Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас моды на Hello Neighbor. И первый, давно у нас их не было, и первый мод, на который мы сегодня посмотрим, это реконструкция, ремейк, короче, в Hello Neighbor Alpha 2, еще в 2016 году вышедший, была командная строка, если вбить команду Open Neighbor 3, мы попадали в одну секретную спрятанную локацию, в которой был бы такой вот тестовый, странный, большой, длинный дом. Короче, это его реконструкция, более усовершенствованная намного. Если там он выглядел как просто какое-то недостроенное вообще тестовое здание, то здесь он выглядит более-менее хорошо. И довольно-таки страшно, я бы сказал даже. Я этот мод у меня уже давно стоит, года два, по-моему, назад, или когда я там начал моды снимать, не два года назад, в прошлом году я же начал снимать. Ну, короче, где-то в самом начале я этот мод устанавливал, этот мод пришлось, кстати, фиксить, потому что изначально он не появлялся в среди модов. Как фиксить моды, я делал про это видео, как исправить ошибку, что мода нету, ну и вот. Я этот мод немного проверял, работает он довольно-таки нестабильно, поэтому пройти по честным путем мы с вами его не сможем. Но в любом случае мы этот дом измененный посмотрим и вначале попробуем что-нибудь даже сделать. Так, во-первых, надо войти в свой дом, потому что у нас есть замок. И нас сразу же начинает... Ой, как громко, да? А ты куда идешь, сосед? Это моя территория вообще. Алло, блин. Отлично, мы на своей территории сейчас. И нам ничего делать не надо. Надо просто идти к соседу. Как бы игра начинается прямо сразу. И будем, собственно говоря, смотреть. Здесь заперты. Надо ключик от багажника. Как мы видим, вот такие вот здоровенные часы появились, какие-то странные. Вот интересно, куда он пойдет? У него есть ключ на поясе, который бы нам надо прихватить. Блин, не получилось. Попробуем еще раз. Я не знаю, от чего он, но его надо прихватить. Да как он меня схватит? Я ж в шкафу. Да бесполезно, сосед. Из шкафа не вытянуть пылесосом. Ну, мы проходить этот мод целиком, я думаю, не будем. Так просто посмотрим вообще, чё к чему здесь может быть. Так, ну, дверь закрыта на замок и на доски, значит, что-то за ней находится важное. А это дверь, ведущая в никуда. Я один раз этот мод всего смотрел, и то давно, поэтому я тут уже толком ничего не помню. Но я помню, что там в каких-то местах нестабильно сделано, и его хрен... И по честным путем этот мод не пройдешь. Так, ну, сосед путается, не знает, как правильно проходить, куда. О, вот, по-моему, кстати, вот эту решетку я не мог открыть. Потому что что-то... А потом, по-моему, с этой решеткой были проблемы, она не открывалась. Не знаю, есть ли тут что-то полезное. Но, в любом случае... Комната, в которую пройти надо, чтобы это... Опа. Хорошо. Тут что-то полезное наверняка имеется. Ну, например, камеры, которые надо отключить. Хотя
Хотя сосед, по-моему, ни одно еще пока не поставил. О, лифт, лифт я помню, да. Есть глобус, уже, кстати, замороженный. Заранее, видимо, замороженный. Так, во-первых, вниз. Опа. Хорош, зараза, я вижу тебя. Я знаю, что ты тут, дружище, я знаю тебя. Нет, выключи, выключи. Сюда сейчас придет. А может и не придет, фиг с ним. Ой. Это проблема. Или подождите, они нам, или... А, стоп, они нам не мешают ничем. Это на улицу выход. Внизу я не уверен, что нам есть что делать. Ну да. Ну тут безвыходная ситуация была, конечно. Надо у него попробовать стащить ключ. Хватит меня преследовать! Это не твоя территория уже, я на своей был. О, господи! Соседа надо приманить и ключик изъять. Аккуратно подкрасться и украсть ключ. Отлично, я это сделал. От чего он, пока мне неизвестно. Ну, разберемся. Не от машины же. Нет. Ну, есть и задний вход. Ну, окно коряво поставлено. Есть еще задний вход вот здесь, который нам, наверное, поможет. Где лифт? Здесь заперто. Вот беда. А почему они не снимаются? Эти камеры не снимаются. Они хотя бы ломаются? Надо проверить. Они ломаются, но они не снимаются. Только он, наверное, уже починил камеры эти. Одну камеру. А, нет, не починил. И на сколько же там замков-то? На 4, по-моему, замка. С кодовым вместе. Ой, каким кодовым? Ключ-картовый. Этот... Ключ-картовый замок. О, а тут как-то можно залезть? А, нет, он тут не забирается. А, вот, где я был. Тут лифт. Пойдемте-ка теперь наверх. Мне кажется, наверху нам более будет полезно побывать. Вот эта дверь, я не знаю, как... Вот, по-моему, эту дверь я не смог открыть. Я не знаю, как она открывается. Но, возможно... Только я не понимаю, какой смысл вот в этой решеточке, которая в воздухе висит. И если я и без нее могу и ключ спокойно взять. Ну, маска это вряд ли нужна. Я ключ взял и так, без каких-либо проблем. Тут где-то этот магнит, я так понимаю, лежит. Обалдеть, комнат здесь, конечно, очень много. Я этот мод, как я уже говорил, полностью проходить не буду, так проверю, потому что... Так, вместе посмотрим, потому что нужно еще один мод заснять, а может даже два. Посмотрим, короче. К магниту подходить не буду, а то не получится... А то я останусь без ключей. Кто мне что пишет? Идите нафиг, я не могу вам сейчас отвечать.
А тут что? Ну-ка. Отыграйте сыграть партию и разобьем гитарой стекло. Ну. А, вот от чего и ключ. Отлично. Ага, тут надо. Тут нужна разморозка. Разморозка, я не знаю, где. Я не знаю, где размораживать, что надо, но тем не менее. Тем не менее, мы нашли. Блин, показалось, что там сосед вышел. Но нет, это лишь показалось. Мне вот интересно, что за этой дверью. Ну-ка, давайте глянем. Гхост. А, эта дверь не должна открываться. Здесь просто этот шнур проходит наверх, который... А, надо помещение попадать. Только я не знаю, как попасть сюда. Ну-ка, тут есть какой-нибудь вообще вход? Здесь, в этих местах я ни в одном из этих мест я не был. А, тут можно войти через двери. Так, волк. Сейчас разберемся. Здесь заперто. И что там находится? Понятно. Что это за часы и чем они вообще управляют? Вот это мне интересно знать. Тут какой-то ключ, закрытый на механизм. А какой смысл? А зачем я сюда прыгнул? Какой в этом был смысл? Не притянет он меня никогда. Ну-ка, может, в той, за той дверью что-то есть? Есть. Сейчас обезвредим магнит. Отлично. Теперь спокойно подойти к нему можно. Тем более, там был ключ. Еще гаечный ключ где-то тут надо достать. Так-то, в принципе, мне нравится. Вот что здесь недочет. Видимо, не прогрузился сам ящик. Только тут еще двери были какие-нибудь или нет? Нет, тут ничего, по-моему, нету больше. Что тут находится? А, я вспомнил, что это за комната. Магнит там находится как раз. Так, отлично, красный ключ мы раздобыли. А этот ключ мы пока не выяснили, от чего. Тут еще нету ключа. Господи, он кого-то хоронить собрался тут у нас, значит, а? Нужно... Ой, не работает телевизор. Разгадайте тайну соседа. Посмотреть, что же у него в подвале. Подвал заперт максимально хорошо. А может быть, кстати, один из ключей от подвала. А может даже и оба. Не знаю, но там, по-моему, там еще надо найти ключ-карту и... Еще где-то надо найти этот... Как разморозить тот пол, который мы нашли. Так, ну здесь делать нечего. Трубы эти какие-то куда-то ведут. А вот куда, понятия не имею. Так, ладно, тут мы все проверили. Тут делать нечего. Ну, мне так кажется. Куда бы дальше? Надо посмотреть, откуда ключи. Могут быть. Вот куда провод этот ведет, вот это мне интересно узнать.
Что-то тут много капканов. Я что-то боюсь туда наступать. О, я перепрыгнул через них. Так, я что-то... А, вот ключ от машины. Хорошо. Хорошо, неплохо. А, сосед сюда не мог зайти, да. Мы видели. Так, ну... Куда провод ведет? Давайте-ка посмотрим. Мне кажется, генератор где-то должен быть. Только мне кажется, есть... Я сейчас туда войду, и там будет сосед. Ну да, я так и думал. Ну ладно, заодно проверим сейчас ключ от машины, куда ведет. К магниту, наверное. А, нет, не к магниту. Обычно традиционно в машине находится магнит. А тут... Этот ключ. Опа, да. Это ключ от подвала. А красный ключ не от подвала, а чего-то другого. Ладно, давайте откроем ключом гаечным лестницу. Посмотрим, что на лестнице. А, вот генератор, смотрите-ка, вот генератор. Вот теперь, наверное, и решетка открылась. Куда это ведет? А, вот красный ключ от чего. Ну-ка. Ух ты, какая красная комната. Какое-то там освещение странное. Какое-то странное освещение там. Но нам надо еще раз добыть ломик. Положите медведя, чтобы ключ... Ну, это, скорее всего, просто картинка, которая не несут никакого смысла в этом моде. Пусть поднимается, вообще пофигу. Подождите, куда ведет провод-то, я так и не понял. Туда, за решетку. А за решеткой у нас что? Вот, а, вот, выключатель. Блин, что такое происходит, а, в этой игре? Так, ну-ка, теперь сходим туда и проверим. Открылась решетка. Отлично, за ней что-то важное, наверное. По-моему, мы и так сюда попасть могли без проблем. Зачем нам было решетку эту открывать? Тут дверь открыта с этой стороны. Тут что-то есть. Наверняка на крыше есть что-то полезное. Но мы на крыше не добирались еще. На кухне, вот мы на кухне не были. А, ключ-карта, как по традиции, здесь. Вот надо посмотреть, куда же ведет вот этот провод большой. А, на самую крышу. Вот вопрос, как попасть на эту крышу. Давайте коробок наберем, короче. А там обратно пойдем наверх. И по... Ну, куда это ведет вообще? И как попасть туда? А, ну да, эта дверь закрыта на этот. Так, ладно. А что наверху? Я наверх, по-моему, не лазил. Опа! Тут что-то есть. А, да тут ничего полезного. Это, собственно, лестница, что мы и так попасть сюда могли. Это какого, никакого смысла в этом нет. Вот эта решетка как-то должна открываться. Но вот я, по-моему, ее не смог открыть тогда в тот раз. Не, потому что вроде что-то я где-то нашел, но оно не открылось. Все равно. Может быть, этот глобус надо реально куда-то вставлять. Но я не знаю, куда.
Так, ну-ка напомните мне, как на крышу попасть? Как я там пробирался на тот балкон? Был балкон, на который я попадал. Эта дверь не открывается, потому что за ней хлам всякий лежит. Ой, так. Вот надо, наверное, еще посмотреть, куда ведут трубы. Может быть, мы найдем ответ, как разморозить воду. Можем ли мы? О, может быть, если я по коробочкам заберусь наверх, я смогу запрыгнуть, пробраться на крышу и... Добраться до этих. Блин, проблема еще сюда забраться было. Так, я запрыгну вот так. Это для ключ карты, наверное. Ну да, для ключ карты. Опа. Ну да, просто сюда по-другому нельзя было пробраться, но мы хитроумным способом сюда запрыгнули. Сюда можно как-то войти? Нет, тут закрыто. Стулом подперт. А, мы там были, там мишени. Так. Ну, в итоге граммофон красный нам не пригодился. В конечном итоге. Здесь нет предметов, которые бы я мог окно разбить. Сосед гонится за нами, что ли, или я что-то не то слышу. Интересно, а подождите, а эти часы нужны вообще для чего-нибудь или нет? Или сюда надо что-то вставлять? Я в оригинальной игре не видел этих часов, кстати. И механизма такого вообще. А, нет, это просто картина, никакого механизма в ней нет. Нет, сосед за нами гонится, но... А, вот. Долго что-то не появлялся он у меня на глазах. Да... Интересно, просто так ли тут бинокль? Это стоит, блин, я зачем-то упал. Так, там не делать нечего, мы там были. Я вижу по той лестнице, что это за комната. Да отстаньте от меня, блин. Ладно, давайте полетим и посмотрим, как до других комнат добраться. Можно было бы. А, это для красоты просто сделаны. Это тоже. Здесь ничего нету. А, мы должны были ружье где-то достать. Вот в эту комнату я, по-моему, попасть не смог тоже. Я лом не нашел, по-моему, нигде. Как-то сюда спуститься можно было. В это окно можно как-то вообще запрыгнуть? В принципе, возможно, если мы его разобьем, мы могли бы проникнуть в эту комнату. Вот типа, допустим, я снова залезаю туда наверх, а таким способом нам никто делать не запрещает. Не буду туда-сюда бегать, чтобы не задерживаться сильно. А просто, короче, вот так прыгаю. И
промазал, к сожалению. Зачем мне прыгать-то? Я же могу издалека так разбить это окно. Правда, не этим предметом. Этот предмет слишком большой. Вот сковородка, например. Например, сковородка. И вот закидываю сковородку туда. И, пожалуйста. Потом, короче, беру. Поднимаюсь туда, на крышу, на эту снова. Даже с заборчика этого, например, пожалуйста. Можем. А тут ничего нету? Нет, тут ничего нету. То есть вот здесь, вот, то есть вот тут опять забираюсь и прыгаю вот сюда. Прыгаю в это окно. Главное не промахнуться. И, увы, я промахнулся. Ну-ка, можно вообще залететь в это окно? Валк. Нет, нет, отсюда не попасть в это окно. Надо именно с более большой высоты прыгать. С более большой высоты. Ну-ка, и валк. Попробуем еще раз. Вот так, да, мы сюда бы забрались. Это мы растопили воду, типа. Не знаю, можно ли где-то вообще достать здесь ружье. Короче, мы могли бы по-честному вот так вот бы сюда забраться. Но я не стал туда-сюда бегать, чтобы время не тратить. Я просто хочу показать еще один мод интересный, который хочется проверить. А, понятно. Понятно, но мы и без этого сюда могли, без того ключа. Я понял уже, где этот ключ, вспомнил точнее. Потом мы и без этого честным способом мы тут сюда попасть бы и могли. Без проблем бы. Это куда ведет? Понятно, какая-то дверь на потолке это. И куда она ведет, фиг его знает. И вот я проникаю теперь в ту комнату, где затоплена вода. Ну как, точнее, это где лед был. Тут что-то есть? А, нет, нету. Забиваю валк. И теперь ищем комнату, где эта вода была. Я вспомнил, все, я вспомнил, где это. Там надо было окно еще разбивать. Дайте мне какой-нибудь предмет, например, шляпу. Забираемся сюда, блин. Потом сюда. Разбиваем окно. И заходим сюда. Ой, блин, я упал случайно. Потому что я не очень точно прыгнул. Это ключ от чего-то. Я не знаю от чего. Но я так подозреваю, что от подвала, возможно, ключ. Мне кажется, от ключа. Это ключ от подвала. Скорее всего. Один из них. И еще золотой ключ мы где-то должны разыскать. Но я так и не понял, где лом надо найти. Ну-ка еще раз. Забиваем ГОСТ. И ищем путь, как попасть в это место. Надо... Ну, чтобы попасть в это место, надо раздобыть лом. А где раздобыть лом, я пока не знаю. А, вот что это за дверь была. Здесь я ломика не вижу нигде. Здесь мы были. Давайте смотреть, какие еще окна мы не заглядывали. Потому что, я так понимаю, вот сюда мы не заглядывали. Или тут ничего нет? Здесь ничего нет. Ну, здесь мы были. Здесь ничего нету полезного.
Где достать лом, я реально что-то не впариваюсь. По-моему, мы все комнаты уже посмотрели, ломика я не нахожу. Ломик... О, ой, нам туда, нам сюда не надо. То есть мы должны тут пострелять, и должна была открыться что-то. Куда этот провод этот вел? Я помню. А, генератор что-то включает тут. А, я понял. Это типа решетку открывает, а выигранная комбинация открывает что-то вот здесь. Вот из этой двери провод выходит и идет вот сюда. К чего? Того, чего нету. Ладно, допустим, я не знаю, где лом. Давайте зайдем в ту секретную комнату красную и посмотрим, что за ней находится. Не знаю, где лом, серьезно. Если кто знает, пишите в комментах. Я не знаю, где лом. По-моему, все комнаты проверены уже были. Допустим... А, это ключ от подвала, еще один. Не текстур... Без текстуры фигурка соседа. Так, ну вот, то есть последний ключ от подвала вместе с ключ-картой, которую мы вот разморозили. А куда ведет... А что в итоге за этой дверью-то? То есть мы забираемся сюда. И, собственно говоря, размораживаем здесь воду. И, собственно, делали то, чего мы могли сделать, просто прыгнув в окно. Ну, короче, все, типа, мы сделали. Где, кстати, найти ключ, вот от этой двери, я не знаю. Тоже не нашел. Вот, я не знаю, где ломик, серьезно. То есть открываем, идем на кухню, берем там ключ-карту. И если бы... Ну и все, это конец мода, типа. Ну, мод не очень стабилен, я реально... А, я, кажется, знаю, где находится ломик, я догадываюсь. За той решеткой, которую я никак не мог открыть. Я в тот раз, когда этот мод смотрел, я так и реально не понял, как открывается та решетка. Может быть, я что-то не доглядел, но я что-то даже не обнаружил никаких проводов. Ну ладно, в любом случае, давайте этому моду поставим плюсик. Мне, в принципе, понравился, неплохой. И перейдем к следующему моду. Короче, выходим отсюда. Ну что ж, перед тем, как начать прохождение или просто обзор следующего мода, мы прервемся на рекламу. Дорогие друзья, я заметил, что не все из вас знают о том, что у меня есть еще влоговый канал, который просто называется Максим Артемов. Я выкладываю сюда какие-то короткие моменты из своей жизни, без всякого какого-либо монтажа, просто снятые на мобильный телефон. Иногда я буду сюда выпускать некоторые вырезки с интересными моментами из канала Максимадзе. Так что переходите, подписывайтесь на этот канал, ссылка в описании. Это канал Максимадзе, и мы продолжаем смотреть моды на Hello Neighbor. Следующий мод, который мы выберем, называется Air Roam Down. Ну, два мода посмотрим сегодня. Этот, вот этот, который Neighbor 3, который мы только что смотрели, и этот. Короче говоря, реализовали в мод Kitty пре-альфа-версию «Привет, соседа». Только какая-то графика тут не очень естественная.
Как будто низкие настройки графики стоят в оригинале при альфе, хотя у меня довольно-таки нормальные настройки-то. Короче, при альфа, и причем немножко измененная, которую показывали в некоторых видео. И тут... Ага, здесь появилась еще комната одна. Ух ты ж, прикольно, обалдеть. Обалдеть, вот это мне нравится, вот это мне нравится. Вообще, очень нравится. Причем сделано очень красиво. Вот эта вот арка, что вот такой вот округленный вход, это реально офигенно. Ванна, в принципе, довольно уютная, хотя и стены какие-то не ванные. Тут спать можно, только время суток, по-моему, не меняется. Да, время суток не меняется, прикольно. Но тем не менее, прикольно. Давайте смотреть, что... Так, ну я уже вижу, что второй этаж, тем не менее, недоступен. А дверь тут измененная, поскольку двойных дверей нету. Хотя в каких-то модах, по-моему, их реализовывали все же. Так, здесь нужен ключик. Соседа я что-то не вижу, его здесь, по-моему, и нет. Ну и нет, ну нет, фиг с ним. А, вот он. Он, оказывается, в этом моде все же есть. А, он не крутится. Так, молоточка нету здесь. Каком-то другу. Почему душ работает? Здесь закрыто. Здесь тоже нужен ключ. Что-то как-то быстро, по-моему, все происходит. Я даже сам не знаю, каким. А тут, тут комната, которых вверх ногами все должно быть. Тут все стоит как надо. Тут могила чья-то. При альфе ее не было никакой могилы здесь. Ух! Что это еще за музыка сейчас была такая? Блин, я реально чуть не обделался сейчас. Ладно, давайте смотреть, что... Я так понимаю, что-то в ящиках, в комодах может лежать. По-моему, на несколько досок, кстати, забит подвал. На две доски. На ключ и этот ключ-карту. Не кодовый замок, а ключ-карты. Где что лежит, понятия пока не имею. Надо шарить все комоды, все ящики. Ага, я вижу ломик. Ломик — это хорошо. Так, молодец, посрал все-таки, да? Продолжаем. Кстати, о говне. Ой, недавно у нас совсем, у нас в Новосибирске, неделю где-то назад, что ли, вонючее ДТП было на, где-то на шоссе, там, короче, столкнулись две машины, в одной было говно, говно улетело в салон. Там, короче, один водитель тормознул резко, а второй не успел среагировать. А у него в машине полный бак навоза находился. И этот бак от столкновения забрызгал весь салон и водителя машины тоже. Это, конечно, отвратительно. Извините, что я вам такое рассказываю, но... Но, блин, мне это было смешно, конечно. Кстати, навоз он, по-моему, этот покупал в качестве удобрения. И вот, видимо, овощи, которые он собирается удобрять, останутся неудобренные. И голова у водителя будет удобрена, а вот... овощи будут мелкие, зато голова вырастет вот такая вот. О, там дверь какая-то. А, это просто обычные двери. Там просто были двойные двери, а он поставил тут обычные, потому что двойных нету. О, щиток есть в реальфе, его не было.
Не знаю, где найти этот ключ и вообще нужно ли нам в эту дверь. Он где-то спит, но у него никаких ключей нету. Ой, блин, твою мать! Это неожиданно сейчас было, конечно. Да. О, а кстати, а ломиком можно доски выколупывать? Нет, нельзя. А в преальфе и дуальфе 2, по-моему, можно было. Кстати, бегает он прям как в Альфе 1, так же медленно. Я не надеюсь, что у этой музыки авторских прав нету. Ой. Он что, меня увидеть успел, что ли? Каким образом, я хочу знать. Что-то я нигде не могу найти никаких ключей. Ломик-то я нашел. А вот ключей... А вот где ключи могут быть, я не знаю. Я уже это отколупал, точно. Может, медведя надо положить в печку? Хотя что-то я сомневаюсь, что здесь это работает. В Альфе 1 была эта подсказка, но она не работала. Она не открывается. Но модеры некоторые наши реализовали это дело. А, тут разная музыка, что ли, играет? Ничего себе. Прикол, прикол. Ладно. Сколько времени на часах? На моих. 15:46. Ну, нормально. В принципе. Не сказать, чтобы плохо. Опять он где-то спит. Давайте проверим каждый этот и шкаф. Может быть, в каком-то что-то лежит. Ой, блин. Не знаю, зачем я это сделал, но тем не менее. Кстати, вот про то ДТП вонючее, там, короче, был один момент, где водитель, собственно, которого говно возил, там... Неужели он за мной побежит сейчас сюда? Короче, он подходил, показывал свою машину, и там было прекрасное движение рукой, где он там что-то смазывает. Я что-то даже думал, что будет. О, кстати, хороший навоз, дорогой брал. Ой, блин, господи, ты боже мой. Это прям отлично. Да, господи, ты боже мой. Короче, давайте используем ГОСТ. Судя по названиям файлов, в этой версии должен быть подвал. Ну да, здесь нету второго этажа. И здесь тоже ничего нет. И здесь тоже не должно быть ничего.
Окно — это ключ от подвала. И только от него. Здесь еще маленькая дверца была, которая при Альфе, которая открывалась только во время кошмара с огромным соседом. То есть, чтобы это проверить, надо было разбить стекло, выскользнуть и взять деда. Я серьезно не знаю, где находится ключ карты. И где она вообще может быть? Здесь ничего, в машине ничего нет. Может быть, есть что-то в гараже. Да нет. Где же что искать, ё-моё, я не знаю. А это что такое? Это типа балкончик. Я что-то не помню, было это в Приальфе вообще или нет. Не припомню. Давайте, короче, сюда просто заскользнем. Волк. Потому что я не знаю, как это открывать. Я нигде... О, тут реально есть подвал, что ли? Серьезно? Давайте его проверим. Короче, если знаете, скажите мне, где ключ карты находится. И ключ от той двери. О, сосед за нами не побежит. Что ли? Ну ладно. Ну, подвал, как в Альфе, при Альфа 1.5 и Альфа 2. Я не вижу ключа от этой двери. И в шкафах нету его. Нету ключа от этой двери. Сюда можно уже зайти. Так, нет, сюда не зайти. А вот туда может быть. А. То есть туда мы не пройдем. Ой, ладно, давайте гастом туда проскользнем. Что-то я не понимаю, серьезно. Это я реально не понимаю, можно ли вообще туда пройти или нет. Спасибо Джоко Локо, Минисало, Кенбу, Алексей Смертник и Филекс какой-то. Чё разнылся, блин? Ну и короче говоря, такой вот мод. Даже не знаю, что ему поставить. Ну, плюс-минус, наверное. Потому что сделан прикольно, но я не знаю, где ключи. Может быть, это проблема во мне, потому что я не могу их найти. А может быть, и не во мне. Что это происходит? Что это за пиксели такие появились? А, это тень у меня такая. Ну, короче, на сегодня все. С вас Тыкос, все за меня, эпичные видосы. В этом году, я думаю, на следующей неделе, на последней неделе в этом году, мы снимем еще один выпуск, где новогодних модов каких-нибудь поищем, посмотрим. Подписывайтесь на стримерский канал, на влоговый канал. Вступайте в ВКонтакте, и всем пока.